Не думайте, что я не знаю, как мыслит и какими идеями живет молодежь. Во-первых, хорошо помню себя в таком возрасте. Во-вторых, мой младший сын почти ваш ровесник. Ну а в-третьих, вы сами активно высказываете свою позицию в социальных сетях, даже на улицах, даже в лицо представителям власти. Я в курсе. Никто не запрещает вам говорить, выражать мнение можно, нужно, обязательно. Но недопустимо переходить черту закона. Стены университета не место для политических митингов. Прошу это учесть. Тем более непозволительны хамство и агрессия по отношению к преподавателям. Мы это фиксировали не в одном вузе, в нескольких. Это вопрос не только воспитания и морали, но и правовой ответственности. Примеряя на себя образ борцов с системой, надо понимать, что ни одно государство в мире не позволит расшатывать свои основы, нарушать закон, рушить традиции, подвергать опасности жизни людей. Может быть, у нас и не те законы, которые кому-то хочется. Может, они с точки зрения кого-то несовершенны. Может, они вообще неправильны. Может, они вообще не нужны. Но, как говорят юристы, они, наверное, здесь присутствуют, закон есть закон. И незнание этих законов не освобождает нас от их исполнения. Если вы интересуетесь международной повесткой, то должны знать, как в таких случаях те же европейские демократии быстро и жестко наводят порядок в своих странах и так далее. Поверьте, несмотря на жесткость реакции в прошлом году на хождение по улицам, ну, мы не доросли, дай бог нам не дорасти до того, что мы видели в Соединенных Штатах Америки.